Говорят, что Боб Марли исповедовал религию Растафари, из которой следует, что Иисус Христос родился в Африке и был черным. Как ты, Вита, считаешь, сколько нужно выкурить травы, чтобы стать черным Иисусом Христом? И вообще, как, по-твоему, Иисус знал о наркотических свойствах конопли? Я так думаю, что знал. Тем более, там это самое, Израиль, там тепло. Там можно... Но оно же дикорастущее, это растение. Есть он, пень там она где-нибудь попадалась. А что Иисус исключение, он же такой же, так же жил, как и все люди вот на земле. Да, ну, а Боб Марли, я не знаю, что там Боб Марли придумывает про черных. Не, ну подожди, вот представляешь, сколько там Боб Марли травы выкуривал, что придумал себе, что Иисус Христос был черный. Ну, видимо, у него в один прекрасный момент что-то перемкнуло в башке, он так и подумал. Не, ну а с чего бы вообще им думать, что Иисус Христос должен быть белым, если они черные? Значит, у них Иисус Христос черный. Может, у них свой какой-нибудь Иисус Христос? А у китайцев и у этих всех желтомордых братьев? Нет, ну ты, это понятно. Это тоже свой. У тех вон там Будда, там тот лысый вообще сидит себе. Да, башкой качает. Тюм, тюм, тюм. А вот бог Раста и бог Джа – это одно и то же? Ну, да без понятия, как-то даже и не думал об этом никогда. Ну, а в Джа кто верит? Ну, кто-то верит, наверное. Блин, а в Карунду кто верит? Ой, блин, Жень, вот эти вот религиозные вопросы, я в них вообще не особо рублю. Кто-то там верит во что-то. Я вот, честно говоря, я знаю вот это там ислам, там христианство. Ну, это потому, что ты знаешь, потому что сейчас бы как и война идет плотная ислама с христианством. Ну и плюс еще там католики какие-то клинья подбивают регулярно, масло в огонь подливают. Ну, видишь, как происходит. Я вот недавно вот, меня заинтересовала тема, почему Лукашенко не открывает в Белоруссии христианские школы, гимназии. Ну, я не знаю, что там у батьки в голове. А там все очень просто оказалось, блин, что до прихода Лукашенко вообще все Белоруссии, вот эта правящая верхушка, они все были католиками. Там одни костелы ихние. Ну, костел, ты представляешь, по всей Беларуси куча всяких костелов, там, ну, это поляки, мечетей, это, там, а христианская школа одна. Непорядок, непорядок. Батьке надо заняться этим вопросом. Ну... Хотя там с батькой что-то непонятно, он там с папой римским какие-то терки там наводит. Он все время что-нибудь наводит. Картошку по трубам теперь будет в Италию гнать, наверное. А тут папа ему будет говорить там, где моя картошка, батька, батька, дай картохи. В Италию. Где картоха, батько? Так что, короче, вполне возможно... что Иисус Христос был черным. Все зависит от количества выкуренной, ну, да, травы. Потом какой-нибудь китайский музыкант скажет, что он был желтым. Ну, короче, понятно. Все зависит от количества и качества выкуренной травы. Ну, да. И тогда у вас от полноты налитого стакана. Ну, да, возможно так. И тогда у вас в голове появится свой Христос. Да. Потом буду думать, что я Иисус Христос. Ну, это когда у тебя белая горячка начнется, тогда выйдешь на улицу. Да и вообще, что ты мне тут это рассказываешь? Ты ж тут только на днях говорил, что ты веришь в Бога похуй. Да. Да, ты веришь же в Бога похуй. Бог похуй велик, потому что ему все похуй. Ему даже на самого себя похуй. Ты веришь в религию, которая называется похуизм. Я так правильно тебя понял? Ну, надо теперь сдавать эти, блядь, буклеты и всех в религию заманивать. Как бы ты новое воплощение Бога похуй, потому что тебе все похуй. Надо прям церковь создавать, пусть тут соединяются. Найдутся же такие. И, да, может, даже много, и может даже много таких найдется. Ну понятно, потому что как бы сейчас говорят, что типа похуй — это стрессовая устойчивость. Церковь стрессоустойчивости. Типа того. Бог стрессоустойчивости. Будем собираться бухать, курить. Ибо нам все похуй. Да. Спасибо, Виталий Николаевич. Да нет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях начинающий шеф-повар Вацлав. Всем привет. Здравствуйте, Виталий Николаевич. Здравствуйте, Вацлав. Ну, расскажите, что вас побудило выбрать такую профессию? Ну, это были жестокие 90-е годы, когда в стране не было еды, были только сосиски. Естественно, все знают, с чего они были сделаны. Из костей перемолотых и туалетной бумаги. И туалетной бумаги, да. Ну вот. Так же, как и колбаса. Поэтому еды всегда не хватало. Огородов не было, потому что все было продано и пропито. И вот мне захотелось. Ладно, у меня до сих пор есть огород. Захотелось сварить все картошки. Это было лет в 5. Ну, сначала, конечно, не очень получилось. Она прогорела. А, так ты пожарил ее? Нет, я пытался ее сначала сварить. Вода выкипала, и она там подгорела. Да. С тех пор я подумал, что больше такой оплошности я не допущу. Вот вы же служили в армии. Конечно, служил. Кто в ней не был. Ну, вот интересно, поваров берут в плен. Вроде как бы нерационально их расстреливать. Зачем вот их в плен-то брать и расстреливать? Незачем, я согласен. Незачем расстреливать поваров. Их всегда нужно брать в плен. А потом передавать обратно. Да, наверное, обратно, я так думаю, поваров никто не отдаст. Повара всегда в цене. Всем нужна здоровая и вкусная особенно пища. Если хороший повар, то хрен его назад отдавать. Вы понимаете, его ж не возьмут в штаб дивизии, кормить какого-нибудь генерала, он ведь пленный. Может отравить. Конечно. Да? Какой русский повар не отравит какого-нибудь европейского депутата? Блин, а с другой стороны, блин, нормально себя чувствуешь, всегда при харчах, на кухне. Почему бы не кормить? Кормить нужно только своих. А повара клятву Гиппократов дают? Да ты чего? С дуба рухнул. Никакой клятвы повара нету. Не, наверное, есть, если где-нибудь в медсамбате не работают. То по-любому что-нибудь делают. Никого не отравлю. Никого не погублю. Никого не погублю. Никого не отравлю. Бля буду. Вот такая клятва. Спасибо, Вацлав. Слушай, вот если ты был у нас в армии, вот сколько патронов раздают поварам в армии? Или вам только горох дают? Только горох. Гороховые патроны. И чечевицу. И чечевицу не дают. Дают сечку, перловку и гороховую кашу. Ну, а вот какая каша больше питательная? Гороховая. Гороховая? Почему? Сам... Перловка заебись. Перловка заебись, но она заебись. Она вкусная, кстати, блядь. Чего все на нее гонят? Видимо, давно не ел. Кирзуху давно не ел. Да я в армии 2 года ее жрал. Как я могу забыть вообще? Божественный вкус кирзухи. Вацлав, ответьте мне вот на такой вопрос. Вот можно ли из медузы что-нибудь приготовить? Да все что угодно. Ее можно вообще не готовить. Ее можно просто так взять, и все. Да как так? Как китайцы. А что китайцы едят? А что они едят медуз? Они едят осьминога, они все едят. Да с чего ты взял? Тараканов. Я не видел, там же такие блюда прям там. Какие? Прям медузы? Медуза в собственном соку, почему? Медуза под соевым соусом. Медуза с рисовыми шариками. Как хочешь. Главное, что там была в медуза. Мне кажется, если медузу посолить, там одни сопли какие-то останутся. Так она и так одни сопли. Сгусток соплей. Только главное, не та, которая ядовитая. Может быть, вот в том-то весь фишка и цинус. Фишка заключается? Да. Ядовитую ешь, и тебя там обжигает она. Может, потом вот этот прикол. Онемеет все тело, да? Ты постепенно начинаешь задыхаться. Хорошая идея. Вот представляешь, ну давай поговорим с тобой о китайской кухне. Вот какие ты знаешь блюда из китайской кухни? Все. Ну все, ну какие? Все из насекомых какие? Из насекомых. Делают блюда. Паучки. Паучки? Кузнечики. Кузнечики. И что с ними делать-то хоть? Есть. Как семечки жарить? Может, да, их поджариваешь, они... Во фритюре их жаришь, и они получаются очень хрустящими. Только не все кузнечики, конечно. Можно заморочиться, муравьев в сметане сделать. Ну, это сколько же муравьев надо? Ну, у них там большие, наверное, какие-то есть. Китайские муравьи. Китайские так, муравьи. Китай все маленькое, сами китайцы маленькие. А муравьи? И муравьи, наверное, маленькие. Да ладно, большие там у них муравьи. Да не будет там этих термитов. Это в Австралию доехать за большими муравьями.
Вот там большие муравьи действительно. Ну там-то точно муравьев не едят. Там своей жранины хватает. А еще бы там муравьев ели. Было бы странно. Где? В Австралии. В Австралии. Они кенгурятину едят. Нет, кенгурятину там нельзя есть. А почему к нам они его поставляют? Ну вот смотри, они, допустим. Это коровы. Нафига тогда китайцы, если у них до хрена всякая жранина? Они же едят все подряд, да? У них 3 миллиарда как бы. А зачем они едят собак? Собак корейцы едят. Да, кстати. А что, китайцы не едят? Да тоже, наверное, не едят. Ну, вообще-то это корейская прерогатива. Ну, кошка они точно не едят. Собак жрать. Для кошек вообще никто не ест. Ну, да. Ну, конечно, если кошка выйдет за кролика на базаре, а, то но... почему нет? Да, Тапа один раз наелся кошки. Ну, естественно, было. Блевать побежал. Откуда он кошку-то взял? Да ниоткуда, какой-то забегалки по дороге, ехали они в Москву. И чё? Ну, и говорит, кролика я себе заказал, а там, походу, каша, говорит, да, что-то мне, говорит, так хреново стало от этого мяса. И, говорит, выблевал все, блядь. Кошку от кролика можно отличить. Почему их продают на базаре с лапами? Чтобы тебе кошака не положили там, это, чтобы видно, что это кроличьи лапы. Там по ребрам, наверное, можно определить. Да можно по мясу определить. По мясу? Ну, там, ну, цвет другой. Ну, а ты вот человечину от кошки отличишь? Конечно. Как? У человека большие кости, а у кошечки маленькие. Ты говоришь по мясу. Ну, по мясу. Ну, мясо-то в костях. Кости и мясо. Кошечки маленькие. Я вообще слышал такую телегу, что мы давно тут уже человечину жрем. Да уже давно. Вообще никуда все подевались. Да дело не в том, Вацлав. А в чем? Как бы сейчас идет, если вы этого не знаете, то я вам расскажу. Сейчас как бы много синтетических продуктов, ГМО так называемое. Вот, ГМО это делается из чего? Из генов. Геномодифицированную клетку берут. Думаешь, человечи берут клетки? Да, потому что, блин, человеческое мясо, оно высококалорийное, белковое, углеводное. Это там и всякое. Для картошки из почки, да, берут? Ну, может быть и так. А для морковки? Ничего не стоит сделать кусок мяса, вырастить человеческий, из человеческого гена. И будешь ты вот так же, вот привезут тебе на работу, и будешь ты нам подавать стейки. Ну, почему бы и нет? А вы что, не будете их есть сразу? Съедим. Ты вообще у нас любишь наггетсы, я так понял. Куриные. Ну да. Вацлав, дорогой, озвучь нам, пожалуйста, рецепт орловской брашки. Будь добр, дружище. На 20 литров воды... килограмм дрожжей, 2 килограмма сахара и 8 килограмм яблок порезанных и измельченных. Записываю, записываю, продолжайте. Получается что-то вроде сидра. Потом процеживайте этот момент весь через сито. И он остается у вас в холодильнике, как квас. Секрет очень прост, зато получается. Вацлав. А, ну, расскажите какой-нибудь интересный, прикольный случай из вашей практики, вот, повара. У меня два друга поспорили как-то на 5000 рублей. То, что один из них съест 40 перцев чили. Ну и как? Ну и как? Он проиграл. Что, не съел? Он не смог доесть все. А сколько съел? 30 штук съел, слабак. 30 штук из 40? Угу. И что с ним случилось-то? Ну, скорую потом увезли. Что его там? Припекло сильно. Припекло, пиздец. Что? Перец начал выходить с другой стороны. А начал жечь не только горло. Начал жечь всё. Ну и жопу. У него там голова, наверное, закипела уже. Все, походу, дело закипело. Он ел и плакал, нет? Сначала да. Потом привык. Потом слезы превратились в яд, который стекал. Убивал, кровавыми слезами плакал. Это было страшное зрелище. Во, как человек 5000 рублей хотел. Да, за 5000 рублей люди готовы на многое. А с чего это он вообще? Что денег делает с людьми, а? А с чего это его так заклинило, блин? Он же знал, что он не сожрет. С чего он взял, что он их сожрет? Уверенность, если сукин сын был. А, уверенный был, да. Может, у него просто морда была не такая здоровая. Если бы у него был рот бы огромный, он закидывал бы просто. Да, в топку кидал бы там. Потом часика через два они там еще растворятся. Ну да, зато 5000 рублей бы получил бы. Потратил бы на лечение потом. Да, у нас-то в армии один такой дурак был, в госпиталь привозили. Тут 20 банок сгущенки хотел выпить.
желудок у него склеился. Ну, конечно. Привезли его. Промывали. Жопа у него не склеилась там, нет? Это желудок склеился. Вначале желудок склеился, до жопы даже дело не дошло. А другого привозили, это самое, там... Они с чуваком, там, с корешем со своим был, два ефрейтора, выпили это, жидкость от пота. Да, чтобы желудок не потел. Тоже там у них все попосклеилось. Поссать не могли. Что это такое за средство от пота? Ну, продавалось какое-то там средство, жидкость. Да, там что-то такое. Лосьон какой-то. Лосьон там от пота. Ну, кому-то хочется этого. При Горбачеве бухла не было, все пили, что попало. Ну да, как бы. Ты же помнишь, наверное, Виталий Николаевич? Сухой или... закон? Ну, конечно. В пиво там какое-то лана, что это такое? Что такое лана? Какой-то из баллончика какая-то пшикалка. А, ну, может быть. То ли антисептик, антистатик. Я не помню, как называется. Что, для пены добавляли? Да? Ну, вот покупаешь да что, это, клей, 3 литра клей, пива клей, в целлофановый клей. Пакет. Ага. Ну, и туда его пшикаешь там для крепости и пьешь. А можно еще и дихлофос. Но только с тем можно и прогадать. Там, понимаешь, дело в чем? Я там думаю, весь тройной одеколон попил. Два пшика дихлофоса нормально, третий уже лишний. Можешь пищи отъехать, да. Ну совсем? Да. Можешь, блин, отъехать, да. Ну это и всякие там. Поэтому эти... называется два пшика, да? Ну, два пшика пшикаешь дихлофоса, пьешь там нормально там. Я просто попадал под такую раздачу. В смысле, мы стояли, пили пиво из пакета. К нам пристроился какой-то мужик, достает такой из внутреннего кармана баллон дихлофоса и ни слова нам не говоря, прям берет туда. Пшик-пшик. Мы ему говорим, ты что сделаешь, дурак? Он говорит, вот, третий. Классно, классно будет сейчас. Но мы пить это не стали. Но он выдал, ему нормально было. Он выдал.